Здравствуйте. Мы прошли довольно серьезный кризис в стране, и мы сейчас находимся в посткризисном периоде. Я думаю, что все мы выучили какой-то свой урок в течение этого периода. Соответственно, конференция, которая нам сейчас предстоит, она очень важна. Мы можем поделиться своим опытом. Посткризисный период всегда представляет новые возможности, и мы должны адаптироваться к новым реалиям. Я вас всех призываю участвовать очень активно на конференции, чтобы извлечь оттуда максимальную пользу. А эта польза обязательно будет. Увидимся.